Но здесь Одессе надо жить красиво. Жить красиво. В кармане пусто, держи фасон. Мюзикл «Еврейское счастье» – безоговорочный хит первого русского. На постановке Егора Дружинина всегда аншлаг, потому отменять столь популярный спектакль для руководства театра всегда очень тяжело. По причине болезни артистов за этот театральный сезон постановки переносились не менее 6 раз. Народный артист России Валерий Кириллов тоже болел коронавирусом. Слабость, температура, потеря обоняния и вкуса – все симптомы прочувствовал лично. Больше не хочет, как и подводить зрителя. На всех примерах, которые страшные, совсем трагические, которые вокруг, мне кажется, что любой нормальный цивилизованный человек должен принять это единственное правильное решение – это прививка. Всех артистов и сотрудников в Волковском тестировали несколько раз. Тем, у кого антител в организме не выявили, предложили привиться и составили список желающих. Мы уже обратились в департамент здравоохранения Ярославской области. Они достаточно быстро и оперативно организовали приезд сюда специалиста. Это медсестра и врач, которые с каждым провели беседу, определили состояние человека, его хронические заболевания и давление, измерили пульс, температуру и определили, кому все-таки какую вакцину можно уколоть. Таким образом, за 3 дня мы вакцинировали в общей сложности около 40% нашей труппы. Привить своих сотрудников прямо на месте может любое предприятие области. Для этого нужно просто составить список желающих и направить его в областной департамент здравоохранения. Подробную информацию о вакцинации можно узнать в телеграм-чат-боте. Вакцина 76, нижнее подчеркивание, бот. А мы запускаем совместный проект Первого Ярославского, Волковского театра и Центра управления регионом. Совсем скоро артистов Первого Русского в нашем эфире и социальных сетях станет больше. Наталья Антонова, Константин Дмитриев. День в событиях.